Что за новая хуйня? Это СТ4, да? Ну вот, я сейчас даже пересмотрел. То есть на него кидается, кидая волну, ГКД, я с него снимаю, ГКД, касс не доходит, умирает. Все. Нам надо помогать просто друг другу. Хотите, я вам буду помогать хилить? Что ты понимал? Хотите, я могу помогать вам. Ну, да не, вы просто бегаете очень сильно в разнобой. Там реально вы же можете по два человека встать, нахуй вы бегаете, типа вот, ну, все разрознены. Встали по два, достаете. Вы в два человека прохилите, в которых брызги будут? Ну два-то еще можно. Не, так нет, вам легче убежать. Проблем. Я посмотрю на это, хорошо. Вон полукругом становитесь, и потом полукругом переходит на ту сторону, если там лучше на этой стороне. А, потом, это, Кирилл, глянешь, может ДБМ у тебя есть, чтобы анонсило в рейд-чат хотя бы? Тут таймер не показывает. Я ДБМ не обновлял, видимо, поэтому не показывают, если вы обновите. Первый-то мы спокойно можем выхилить, здесь вообще ноль проблем. Не жестко, нахуй. Пизду. Пизду. Магов хилить? Сколько? Выйдите, кто в миле. Нет, не на мне. Ладно, я сам зайду в миле. Блять, мы блевоту словим, понимаешь, да, Ирэнь? Активация блевоты идет через секунду, там можно отбежать. Держу тебя в курсе, Войт. Я уже про это говорил. На каком-то слизень маленький стоит, вообще похуй просто. В мелизоне. Меня можно профилить, я зеленку нажал. Не надо быть. Нет, тут... Забери большого от Насти. Да, ладно. Войд, Настя в другой стороне, блядь. Ты... Да... Да ебать, не горите нахуй, еще лич впереди. Мелкий на ком. На мне? Я умер. Че, резать? А, мне куда? Углубительный газ? Все, залупа нахуй. Надо было сразу выйти. Ну, предлагаю, блядь, хила спекнуться нахуй. Спекайся в третьего, если этого поможет. Вот сейчас нас двоих брызги слизи хуярило. Тебя под... Ты выжил, потому что жирнее, или тебя что-то там подняли, я сдох нахуй. Еще по разным сторонам. У тебя слизи еще плюс был. Да там блевота, блядь, уже пиздец вы похилишь. Ну, слизень там по 3000, ну, тоже не пошел, да. Вообще, тоже. Я не знаю, вот вы мне объясните, вот какой смысл вот сводить? Это вообще не к спеху. Слизень бьет мало. Бьют мало, их сводить не к спеху. Как они свелись сами по они себе. Они дохуя бьют. Сколько они бьют. Меня почти шотает там, если кидать. Понимаешь, там помимо того, что он кого-то бьет с руки по 3000, он еще уешкой по 4 с чем-то хуярит. Ну, меня он тоже, если смотреть, ну, а меня получается, что... У меня получается, я сам себя похилил вытягиванием жизни и восстановление эдика, все. А, ну еще пробуждение древних, это 4 так... шамана, я понимаю, да? Все. Так он на уешет, смотри, блядь. Вот за весь бой 50 тысяч, блядь. Вот. Это параша. И атака, блядь. Поскольку он бьет. Он хуйню бьет. Ну так считай, ты умираешь, и сосед противоположный. Да, это только по соседу. Это вариант. Только по нему. Только по нему. В тебя и его же хилит. Подожди, как сосед, от чего ты умирал в той стороне? Объясни мне, пожалуйста. Какой, когда? Ну не, метка была. Ну, ладно, точнее, объясни.
Метка на нем была? А здесь палить? Да. Они не так считаю. С меня не надо диспалить. Меня можно прохилить. У меня первая тьма, я сбежался в миле, потом еще раз скинулась, я бежал. Что там Настя рядом, ХП теряет, мы ее хилим, сосед с ней рядом, мы их троих выхиливаем сразу же. То есть там сосед, Холи Щит стоял, и Настя, мы хилим, и ты вдруг в этот момент в другой стороне умираешь. Ладно, ну смотри, как лучше будет. На какой на другой стороне? Я стоял вместе свой дом, я свозил, блядь, слизни. Вот, смотри, на какой другой стороне я умирал? Вот мой труп лежит. Вот, ты вот здесь пробежал, ты умирал. При этом Настя, сосед и Холи Щит вот, блядь, здесь были, в этот момент умирали. Понимаешь? Да это, блядь... На той стороне, Рид, я сводил слизни, потом разлилась туда лужа, я вернулся обратно сюда. Один вопрос. Это что? Лучше еще Эрдру еще один или ДЦшник? Холи Щит, ты как думаешь? У меня вообще шмотов, я думаю, все. А, у тебя шмота нет. Спек, если я... еще одного рту, и поехали, да, интерес. О! На РНЖ, смотри, что у нас. Сосед, Лок и Настя. Четвертое тело, я не знаю, блядь, кому-то бегать или что? Тебе просто... бегать, наверное, будет. Вместе с нами. Они пускай хилят нахуй в центре. Это вопрос, а если слизнюк, например, в миле один, а второй в РДД, кто к кому должен сбегаться? Милишник к РДД. Ну я что-то заметил, что милишникам вообще похуй. Да, никто, там, блядь, там потому что не на милишнике сидит, а на хилах, нахуй. Хилы не сбегаются, нахуй, забивают, вот еще. Окей, я тогда буду... А потом Рид говорит, вот что ты в ебенях нахуй стоишь, блядь, и пробегаешь. Ну, блядь, отмотай стрим, да посмотри, ну я серьезно, блядь, спорю с тобой буду. Они это... втроем там пробегают, ты мимо нас здесь пробегаешь с маленьким слизняком. Вот здесь вот встречать. Блять, Сергей, ты можешь послушать? Я тебе еще раз говорю, повторяю. Я его сводил, потому что вы его не сводите, нахуй. И когда я пробегал мимо вас, потому что там разлилась лужа, я сводил маленького слизня. Перемотай сам смотри и посмотри. Так я смотрю, что слизняк маленький за тобой шел, а другой слизняк был на той стороне. Сколько можно уже это. Давай стороны поделим, блядь, мы как бичи бегаем вместе. Там лужа, хорошо, а там лужи не было? Нет. Когда я перебегал. С правой стороны вот с этой хуйни разлилась лужа, нахуй. Что ты мне доказываешь, когда я бежал сюда, вот в сторону? Бля, мы будем, типа, дальше играть? Время 10 часов, я как бы хочу еще, блядь. Я хочу кусять. Хочу пить. Но мне блевать не здесь, если и лужа разливается. Забери большого. Дармич из маундай. Он уже с маленьким койду побежал.
Я эсбаунт нашел. Дай скру навести быстрее. Сходишь, поздно. Блять, лужа. А сейчас умрет, наверное, Бобиму. Точнее, понял. Там рибаху прислал, да я каску дал на 8. Сейчас будет взрыв. Взрыв. Есть БР. Летит, все, летит. Отбежали, отбежали. Прохил, прохил. На ХП, на ХП, дай. А, он лежит. Бывает, блядь, с одной лужи в другую побежал. Ты видел, лужа та еще не появилась, я сдох от дебафа, болезни на мне. Смелки. Ты зашел во вторую лужу, вторая. Она еще не появилась, блядь, у меня видео пишется. Ты убегал с той лужи, которая не появилась. Я убегал. Так та новая-то не появилась, блядь. Я в нее не забежал, я сдох. Пиздец, тихо, блядь, от дебаф. После пула. Поток слизняков. Зеленочку нажал. Не надо, я нажал там. Все нажал. Вижу, как больно. Бать хуярит. Сумру. Худенькая. 4600. А, меня еще. У меня маленький еще бил слизь. Забери большого, Настя. Появился большой. Там сколбы идет лужа, вот изначально это зеленая. Ты был на одной стороне. Я тебе линканул. Эта лужа. Там, да, братан, дамага от лужи 0. Там я сдох от инфекции и поток слизней был. Все просто пиздец. Я из лужи, блять. Да какая разница, ну инфекции понятно, окей. Ты бы все равно сдох, потому что ты побежал в лужу. Да понятно, очень сдох. Я сдох до того, как я бы сдох, блять, и все просто. Просто пиздец, три хила нахуй, я не знаю. Холич, ты кидаешь щиты хотя бы? Так не особо достаю, понимаешь? Мы же... надо как-то расстановочку, вот, меточки поставить, как-то красиво сделать, блядь, чтобы мы не на километр друг от друга были, блядь. Вот, скажем, вот если у ворот, да, сторона, за спиной босса сторона, и справа-слева, только вот на этом круге, который Акума говорил, блядь. И у тебя, грубо говоря, слева, справа краны, блядь. Слева разливается, направо отбежал, блядь, на 10 метров, блядь. Там, по-моему, с этого круга 30 метров есть до противоположных достать. Мы инфекцию диспелим? Ну, поначалу, блядь, вроде прохиливается, нахуй. Если у нас он будет блевать в одну тему... Если три хила живые, то вы прохилите. Ну, иногда бывает так, что на чуваке, вот как на мне сейчас убило меня то, что у меня, на мне была инфекция и маленький слизнюк. Вот это не прохилите вы, скорее всего. Ну, тряпка, если там они убегают. Да, тряпка умирает 100%, если я умираю. Я думаю, нормальный варик будет диспелить, когда блюет босс. Потому что я сдох, ну, это параша тикает, да, дота, и блевота идет. Просто диспелить. Ну, отхил минус 75%, посчитай, что это, блядь. Что, у меня за самые сильные ходки в критах все 3000 хилит максимум, блядь. Ты 5 получаешь, а 3 хилю, блядь. Минус 2 еще. Ну я и говорю, блядь. Это новый не стоит. Цока, чтобы хэм ходить, нужно, блядь, пауэт. Они хорошо, блядь. Он и мили бы зону держал, и бы тех подхиливал сразу же, блядь. Ну, прям да. Хорошо отдаётся. Там щёк. Вы чё, реально взяли ли этого, как там, пекку?
Ты же даже вот целка ХМ и посмотришь, типа. Ну все, посмотри. Везде два холипау у всех, блядь. Соседи. Чего? Все с двумя холипауами ходят. Чего, посмотрите? Ну на себя. Чего, посмотрите? Да не-не-не, он просто залетел в чат уже, блядь, высирает. А, какая там поза. Да, а ты не высираешь? А, ты, а, то есть, подожди. То есть не, ты залетел, не, залетел и не высирал ничего в чат, ты хочешь сказать, подожди. Не, он просто залетает такой, какие-то сообщения просматривает, что-то отвечает на них, блядь. Что-то пишет какой-нибудь клоун. Смотри, блядь, он влетает сразу же, как его хуй. Черенжа там 8, да, в этой хуеты, блин, вот, или 12, или 10, не помню. Это ублеваты, духуя. Ничего он такого не написал, вроде. Да будет, всякие херы скрестнуться. Кстати, он снижает 75, да? Наш, дай кулачки. Или 50. Правильно. Походу, Димитер вдвоём. 50% снижает хил, а не 75% должен. Это, Кирилл, поставишь метки, поделим стороны? Или да, ассиста я поставлю? Типа вот, ну, вот реально, вот, максимум оттуда можно убегать. Вот здесь просто вот, все, уже здесь не достаем. Да какие нахуй метки, бегайте, блять, вот, вот вам, блять, ориентация, не забегайте за дальнюю эту хуйню. Хилы, блять, два стоят в центре, блять, вы достаете спокойно, блять, в чем проблема, я не понимаю, нахуй. Вот, за вот эту вот, блять, ободок этот ебаный, не забегайте, вон, по кресту вот так вот бегайте вокруг, все будет нормально, можно даже по вот этому малому кругу, блять. Ладно, короче, ну, получается, наверное, на блевоте просто диспольте и все, тогда проще будет. Располутал. Я думал, мы с четырех сторон будем стоять. Да, слушай, ты точно там кнопки правильно жмешь? Нет, неправильно. Везде мана в рейде и лема выебывается. Ну я просто видел, как кринж просто там, да. Там пиздец. Из оранжей разные, все зависит от круга. Хорошо. Я ж тебя заебываю теперь буду, ты ж понимаешь это, да? Не справлял. Я прожался еще. Я даже прохил. Большого забринулась. Отличные новости, народ. Настя сокрудает. Отведи. Полишить. Ну чё, чего вот? Чего вы там стоите до последнего, не понимаю. Жестко. Отдалите камеру нахуй. Прохи. Дай, блять. Нормально. Большого забери. Выведи, выведи. Забери. Ну хотя нормально, нормально. Два больших. Взрывная. Не, два. Два стак. Еще одного забери большого. Дай сбаунс, дремич быстрее, прохил.
Да. Сука, ну заблюем же. Ну, Холич, заблюем. Войд, блять, одна там, блять, две секунды дается, чтобы разойтись, когда прилетает эта хуйня. Не заблюете вы, блять, вы можете друг в друге стоять, разойтись, если вы, блять, АФК стоять не будете, нахуй. Даже три, блять, секунды, нахуй. Уже пятый раз повторяю, нахуй. Это десятка, блять, у вас тут несколько человек, блять. Настя, ну хорош, что до кого ходить, пожалуйста. Взрыв. Готовимся отбегать от своих мест, где вы стояли. Вышли с тех мест, которые стояли. Не подходите в те места, которые, ну, типа, стояли тоже люди. Лужи. Сейчас маленького сведу. Забери большого. Холиши, чё ты стоишь? Вперед иди, вперед, блядь. Ты так не выйдешь в лужу, она же замедляет еще. Ориентируйся по двум бутылкам, блядь. Понимаешь, вот эти две бутылки, это будет все залито лужи. И смотри, куда лучше отходить. В какую сторону. Чтобы быстрее с него выйти. Есть бы? А, там добивайте. Еще один взрыв. Похуй, добивайте. Полетел. Отбежали взрыв. Ой, блядь. Сука, близко взорвалась. 30к. Сюда можно подсветить. Столбнячок чисто, а? А, залупа выпала. Дайте рез. Сосат, выпей, пожалуйста, нормально банку на эту хуйтень. Я бомж. Блять, сопрот хотя бы тогда выпей, бомжовский хотя бы, чтобы тебя не убивало нахуй. А я на профа не знаю, там надо 3 хила или нет. Та разница, чутка есть. Там 3 хила, это много. Все равно я бегаю, особо не дамажу. Вроде не надо 3 там, да? Там 2 нормально. А как мы танчим? Здесь тоже 2, здесь тоже 2 должно хватать, но... Ну да, ты что-то я хуй знает, путная хуйня нахуй. Чё будем танчить? Ну просто. Берете и танчите, в чем проблема? Стопаю дамаг там, блядь, перед переходом. Ну заебись, что я тебе могу сказать. Бать, у басмины коса как у меня, нахуй. Минутку. Это коса, блять, когда тебе еще на К4 не было. Понял. Кстати, все три. Какой ты грубый, прям сразу. У меня тоже есть коса. Я что плохого тебе сделал? Скажи мне, да, блять, просто нахуй вот эту вот хуйня начинает вырубать, нахуй. Да хуя все знают, нахуй, и сидим, вайпаемся, блять. Там я как-то спокойно. Я понимаю, время, да. Ну, а что поделать-то? То, что горишь лишний раз, ну, после не умрут, так. Настя вабами еще не умеет, нахуй. У тебя танкошмот есть, Андрей? Да. Ну, я могу чуть-чуть же сам. Не, думал, ты лобами посидишь, потанчишь, потом на второй. Ну, чисто, да, поддержать босса мне хватит. А что, кстати, сделаю, чтобы я руником мог бить, наверное. Вон будет. Все как в обычке, только чума, стоим близко, все дружненько, РДД в РДД, мили, скорее всего, сколько у вас получается, серые, Настя. В РДД зону будете разбегаться, когда зеленый будет выходить. На перефазе вылезет два слизня,
сразу свечимся в зеленого, заливаем. Потом в красного. Сейчас, секунду, шмот. Убить не могу. Сука. Ну что это там? Это все, что я смог выпукать. 45 тысяч. Некоторые шмотки не выводят. Это ко мне. Надеюсь, хватит. Чем сумма? Ну, я делал. Талант, ну, на хп сделать, Андрей. Дефа нету. Ты не должен убить меня. Ну, 40 тысяч не должен убить. Встаньте вместе, Рэдэ, что хуже там не разлил. Поехали. Уже убежали. Да, в РД звоним. Проценты. 700 тысяч. Слизь, ненормально. Подводи босса к нам. Служи, вышли. Две колбы полетело. Просто босса переводим. По зеленым сейчас поедем сразу. Ну ты красный. Печеньки начнем. Красный замедлил? По зеленому едем. Активно. Красный дремич рядом бегаешь недалеко от него. Блять, что его лицо. Но второе не замедление было. Нету, если что. Айсбаунд, айсбаунд, дай дремич. Надо хотать. Я не знаю, почему тебя не прохотали изначально. Надо не хватает. Отойдите. Пельмени. Успел, успел, заметно. Я бы... Вода постановали его. Да, БР. Еще колбы не поставили. Колбы. Дремич, что ты делаешь? Лужи вышли. Заебись ты, Дремич. Просто идеально сделал. Да какой нахуй ДБМ, блядь? Жди, после перефазы, блядь, пока колба не появится, блядь, не подводи. Пельмени это что? РДД по красному поехал. Все. Ну, некий босс, в принципе, идти, РДД убьем. Я еще буду помогать. Ну, ну, помогай. И босс. Там на пруд. Наверное, стакал. Пельмени отошли, левее. Приставай в каску найти. Алло, алло, алло. Что там лежит? Подожди, мы немножко заняты еще сегодня. Я босса по хайру. Колбы, колбы вышли. Ну, зеленый служит точнее. Пельмени в подстол летят. РДД кучнее, стойте, не забывайте, чума ходит. Стоим в одном фрейме сегодня. Не успеем думать. РДД по красному. Пельмени отошли, РДН. Лужи вышли. Все, потом кучно сбежали, стали вместе.
На 35. Пельмени отошли правее, быстрее, быстрее. По зеленому поехали. Ой. Бэрить? А че? Бэрный уж. Не успеваем переводить. Подбейте профа. Потом стоит. Я туда не буду бить. Или менее точно. Нарибафните блока. Сколько там процентов? Я могу настакать? 6-6. Не буду. Можешь, можешь настакать, стопнули по профу, не бьем больше. По красным, поехали. Уже вышли. Настаковать еще. Поправку поехали. Пельмени отошли. Пельмени отошли. Геру дали фул ДПС по зеленому. Бурсты отдали все. Двоих замедлил. Угу. Сука, ты выпейся нахуй. Забагалась. Успеешь еще красного замедлить? Мне не пьется лужа. Блять. Тебе надо плюнуть. Ну, не знаю, бах какой-то. Успею, успею. Я замедлил, но что-то служит. Сейчас пробую еще раз. Красного добивать. Проф, поехали, РДД вкуснее стали, звезды. Скажите, когда забрать? Пельмени отошли. На трех стаках забудешь. Стиви по бигмаме дал. Надо было почивай, да. Ладно, даю почивай. Забрал. Сейчас колбу буду, да? А что там, три стака уже было? Да. Ладно, понял. Даю СС по Насте. Диван подремечу, давай. Пельмени отошли. Отошли пельмени. Настя не вставай, только еще встанет пельмени. Все, вставай. РДД вернулись. На 3 стака. Дремич заберешь на 3 стак, лужи вышли. Выводи дальше, проф. Пельмени отошли. РДД сюда ближе. Сколько там стак? 3. Лужи вышли. На мне тоже 3. Ну, на четвертом сразу забирай, да? Есть баундер мич. Забрал. Пельмени отошли. Фу, позор, блядь. О, пояс, блядь, я такого на приставку чё-то писал. Я тоже, я тоже. Позор, блядь, профа с первого раза закрывали, пиздец. Пояс очень хороший. А я тогда доставку заберу, по сути, кроме ссылка хрен. Ну да, я очень хотел всё на пристав. Вот упало всё на пристав, прям труба нахуй. Юля, ты тут? Она ушла, вижу. Упало все на приста, но приз ничего не полутал, блядь. Надо было тоже на ШП заходить, пиздец, бисовый пояс. Ну, че, совет еще интересно. Че совет? Много бегать нельзя. А че, Лана такая же, по идее, да? Только бьет больнее. Ага. Там пакт, еще плюс один человек. А, ну, блядь, пиздец. Два человека или три будет? А, три. Ну, а в Гере, прикинь. 25 как будет. Уии! 25? Дойти бы, если у меня не будет там лямов 3. 25-ки сначала это ребро бы так убить, собраться наконец-то. Леди, вы убили. Охуеть, впервые. Мне кажется, мы будем... Пока еще ребро нужно собраться. Полгода будем убивать, нахуй.
По через месяц будем друг друга поздравлять, то что первый этаж закрыли. Я думаю, сегодня нерв леди будет, а не хуя, что-то ребут вообще не было, только вылеты. Я тоже думал, что-то что они валайбут, блядь. Ну ща экзы потраят, там поноют, они скажут, ну экза мы понерфим, другие же, блядь, долбоёбы. А там три гильдии сейчас на этой леди вшивы. Да, разница? Прогресс, Энза. Прогресс, Агреза, Экзальта. Слушай, не, ну реально, что-то апнутый дамаг, я хуй знаю. Ну что-то апнутое, блядь, потому что, ну оно как бы, да, в 2 хила должно захиливаться, но мы в 3, я хуй знает. Или просто из-за того, что у меня друид хуёвый. Если бы ДСшник был хороший, было бы как-то проще. Нет, там просто кое-кто хуйню делал. Кто? Дед Пихто, блядь, вот. Я что ли хуйню делал? Ебать, у Энза, короче, знаешь, что они? Максимум доводили до 5% у щита. Слушай, я вообще да. Где-то есть по тюрьме стримчанский, актуальный уже, с хпшками, вот тут недавно. Так а какая разница, тактика-то? А, нет, тактику на центральном поменял. Да что там, левый? Ну, по идее, должен быть на ютубе. Центральный вот вообще, ну там пиздец. Там трэш теперь выходит какой-то. У него тьма, 60%. Не, 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 гач, у тебя вообще ламер не работает, или ты его не нажимаешь просто? А он вообще нихуя не работает здесь. Сколько ни хилю с ним, он нихуя не срабатывает толком. Ноль почти захил от него, блядь. Это в десятку? Что, я вон, посмотри ребро, блядь. 66 тысяч, нахуй. Он просто бесполезен в ХМ. Не, я смотрел, типа, он, ну, по-любому охуенно работает. Ну, смотри, ребро 66 тысяч, блядь. Ты леди 100 тысяч. Тебе надо смотреть там, где постоянный дамаг. Вот, например, на лане надо смотреть. На других боссах, где люди отходят. Там, где ты что, угораешь, блядь? Люди отходят, понимаешь, люди отходят, у тебя эта вся хуйня уходит в оверхил. Тухой, 200к, всего лишь 200к. У меня орехи столько же нахили, грубо говоря. У меня пробуждение древних прок, это 4, блядь, больше нахилило даже. Ну, конечно, абсорб хилы, типа, разные немножко вещи, но все равно, блядь. А там шанс всего, блядь, меньше в разы. Короче, ты хочешь сказать, не надо волонир собирать, да? Ну, я думаю, он в хэм просто бесполезен, только если ты не хулипал. Он только на хулипал, что будет актуал, потому что он защиту дает от процент за хил, то и вот, он же считается так. То бишь, что там, блядь, О, ваши исцеляющие заклинания могут положить эффект, типа, поглощающий урон в количестве 15% от объема восстанавливаемого здоровья. То есть, чем больше ты выхилил, тем это больше ты щит будет. Типа, смысл мне в шамана его тогда? Если ты спамишь, ну, грубо говоря, цепнуху, в основном, чтобы тебя рейд похилить, она там хилит максимум по 15 тысяч на критах, типа 16. Ну, у тебя сколько там? У тебя максимальный крит 400, у тебя. Типа, минимальный 90 вообще. 90 щит, абсорб, блядь, нормально абсорб, блядь, там. А это бессмысленный спрок, либо от вообще от орехов прок. Немного кто сокашляет. Ну, максимально, типа, был 18 тысяч прок. Ну, да, кстати, блядь, сейчас интересно будет посмотреть, сколько хуярят стаки на этом, блядь, на принцах. А! Гермич ФК? Угу. Чё, спекнуться? Да, или Чивау, или я? Не, без двух халипалов, как минимум, 25-30. Шмот заденет, ему спекаться не надо еще. Это нормально, приделись. Я говорю, нормально, чтобы... Не, в 25-ке и 2 хила, ну, 2 халипала то нужно, чтобы танков держать спокойно. Не, забей, ты заебешься. Ну, шаман танков поддерживать вместе с друидами одним халипалом, это бред. Не, да, два хлеба. Не спать. Деби, надо потеть, блядь. Да камон, какой потеть, блядь. Я, чтоб ты посмотрел, чтоб ты понял, почти все рестор-шаманы сейчас просто волну все время нахуй выкидывают у себя. Чтоб идти максимально в рейд за хил. У меня еще тоже один хотя бы талант остался на волну все время, чтобы хоть какой-то, хоть чуть-чуть было сильнее. Ну, хотя бы нужно тогда стегачарки брать, которые на...
по ужу дополнительно, чтобы это ужа хотя бы хилило, то есть там, где мы в кучности стоим, чтобы она хорошо помогала. Это уже плюс это маленький. Второй раз контроль по 10 секунд, блядь, это охуенно. Нормально, я тоже поставил. Я там дисплей на полющине. Респект таким ребятам. Тебе вот я пытался точечным дисплеем, но он не дисплеит, только маску. А, массой снимается, типа массой снял. Блять, масло заканчивается. Есть какого масла? Куплю. Да, кинешь мне обмен. Так в банке возьми. Да нахуя, сколько оно там стоит? Да забит, ну ты. Ну, надо крафтиться из копеек, нахуй, стоит в два раза больше. Или если бы я музыку включил, что-то пиздец, кукол нахуй сидим. А чё ты говоришь, Акума там кто-то косячил? Я что-то косячил, ничего. Да? А чё, я чё раньше нарушал? Что-то такое было? Да? То что-то не замечал. Да нет, он проверит в целом. Забей, ну конкретно люди. Да ебать, не, ну, я давно не был, конечно, в Гере, блять, ну очень там, давно. Там, если что, Акумыч пока включает интернет, а я в САПе. Че, музыку? Ну всё, вышел. У меня сап кончился, ты пришел, да? Да, я. О, похилишь. Пацаны, блядь. Давайте уже закончим с целкашкой. Еще синдру хуярить. Ой, я хочу пойти дальше, ебашить в God of War. Я тебе скажу так, виноват во всем дворецке, все забено. God of War Рагнарёк? Рагнарёк это выйдет в октябре. Нет, я в четвертую ебаш. Я, кстати, ресурсетку прошла, я сейчас прохожу всякие там дополнительные эти задания. Я уже 5 валькирий из 8 хуйнула. О, тебе понравилась последняя валькирия, она так тебе спросается. Наска, Ведьмака играла? Что еще раз? Ведьмака играла? Нет. Я не фанат. Я не фанат компьютерных игр, а играю в God of War, потому что это просто, блядь, легенда консоли, но, блядь, консоли. Хочешь, я тебе потом скину ее, сова, я не фанат. Вот, Эрит, найди мне игры. И торренты на них еще найди мне, сразу же, готовые. Я Ведьмака только попросила и то, потому что Кирилл хочет поиграть. Ведьмака не играть, ну это пиздец. Смотри, раз уже. 500 часов, Ведьмаке. Ведьмак топ игра. Из компьютерных игр я играла только стандартная НПС, ну это естественно, куда без этого. Стандартная, ну, типа... какая? Underground, Most Wanted, Carbon. Carbon и Most Wanted, это, блядь, я не знаю, самые такие. Они Hot Pursuit Street, или как назывался бы там? Одна часть, которая... Ой, я помню, я на нее Xbox играл. Короче, я в том плане, то, что NPS это вообще, в принципе, стандарт компьютерная игра. И в Dragon Age оригинал сначала все, я больше ни во что не играла. Да, Dragon Age это классно тоже. Надо против кстати. Бля, ну это давно. Вот первая часть такая охуенная, ты мстишь, такая игра. Но третья там вообще все по-другому. В атмосферках? Ну, Mass Effect. Да, в атмосферках. Ну ладно, я потом скажу, пускай поговорят. У нас еще три моба, так что дай поговорить. Так вот. Так говорите, что вам зачем. А God of War, блядь, ну я и... Ну, тупо из-за того, что у меня нету консоли. Блядь, тупо из-за того, что у меня нету консоли, а покупать консоли ради одной. Она мне ебала целый день мозг, чтобы установить ее. Рит, я себя тоже очень сильно люблю. Он сильно требует мне новый God of War, который этот. Да. Но не новая, который этот сынок бой, как он. Да. Ну, я тебе скажу, у меня идет 25 кадров на моем говне. А че у тебя по видюхе там по. 10-50 ой. А он там в проц упирался чаще всего. А проц какой. Ой, блять, FX83. Ну, короче, 5к рублей нахуй стоит в магазине. Бля, Рит, нахуй. Чтоб ты понимал, короче, я, блядь, когда играю, блядь, у меня просто на ноуте можно, блядь, во-первых, жарить яичницу, во-вторых, у меня даже, блядь, у меня, короче, ну, подставка для ноута, 4 вентилятора.
И у меня, получается, справа внизу на вентиляторе просто даже нахуй сама эта пластмасска уже прогнулась, у меня просто вентилятор один не крутит, нахуй. И у меня, блядь, так ноутгрид, называется, блядь. Потикало. Я вообще хотел в Elden Ring поиграть, пиздец там красиво. О, да, классно. Красиво там, поебал, тебе дадут, блядь. Не-не, это проще Dark Souls. Но, Настя, двоих будешь танчить. Дермички или сет заберешь. Будет на сферках, если что, кричи. Угу. Тут нельзя двигаться, бегать. Стаки копятся. Подожди, я забираю кирисет. Серый тупо себя пытается поднять. Блин, блядь, курица. Ради сюжета. Толстый драма, она разбирает. А, я пройду? Можно и в 15 FPS удовольствие получать, блядь. Ну, на Сирусе, блядь. Ну что это поэтому, кстати, да. Я на Сирусе удовольствие не получаю. Беба разъебывает, да? Нет. Не знаешь, как разъяснить жену? Поиграй, поиграй на Сирусе. Пуляем, блядь, серебро, у меня нахуй кадров 10. Ну, нормально. У тебя хоть 10, блядь, у меня 8. Я бы не играл, честно, с таким попрессом. Просто типа. Нет, раньше все нормально было, я хуй знаю, сейчас что-то хуйня. Вот сейчас 160. Паприка, ты говоришь, я бы не играл, блядь. Я тоже все нормально было. Паприка, вспомни, блядь, как я на X2, нахуй, в 2-3 FPS, блядь, ебашу. Я, блядь, никогда не забуду, блядь, этого Алара, нахуй, в Хэме. Я в честь тебя как раз... Только, блядь, слышно, нахуй, Андрей, блядь, кричит мой ник, нахуй, в этот, блядь, в Discord. Какой-то у тебя единорожка. Это была жесть. Что, мы там бить будем? Крылья из пуга набираем. Блять. Колдорама забили. Все, ладно. Говорю, что крылья из... Блять. Ладно, я постою, пока не буду бить. Дер меч. А нормально Редега поебал буду? Редеги заебись. Вихрь. Ну отходите, милики, блядь, чтоб танк не отлетал, блядь. Нам РДДшникам отходить, потом еще, блядь, еще подходить к боссу, нахуй, потому что босс отходит, блядь. Астаки не видно. 3000 только что ебашим. Ну, блядь, под искры, знаешь. Давай, Геру. Геру. Подвинься вправо, Кирилл. Да я-то передвинусь, мне... Ладно, я так стану с ним. Падает. Падает, падает, в миллиметре. Ищи что, сверка. Сосед, подбей вот это, которое около тебя. Это... А, я без пет, блядь. Ты по танкам падает, блядь. Я там дал тычку. Все, я пета поставил, да. Ядро. Расконтролил? Жестко? Да, да, учись. Соуса. Помогай, я не справлюсь. Пиздец. Окелю, поехали. Опять под танком падает? Блять, вихрь, сука. Спас тебя. Помогайте, я не справлюсь, алло, да сука. Делаешь, сосед тебе помогает. Какого мы сзади? Давайте он там дед орёт, ебать. Одно не может выдержать на своё вагон, бля. Заткнись, бля. Бля, чуть агро не сорвал, и ты... Эй, Пет, ты чё, ёбнулся? Алло, бля. Да, я тебе как раз зарядил. Мы сорвали. На, нахуй, чувак, просто. Я не бил, сколько, ебать. Полонар, пожалуйста. Ой, дай БР, быстрее. Он рядом, прямо в тебе лежит. Эдё, как ебалый, чувак. Ребахните дровейда. Вихрь. Дал еще лужу вам. Нормально. Только танк отлетел. Как ты то отлетел? Ебене, нахуй. Все, Настя, стой там, пожалуйста. Стой, не веди. Блять, акелисет, нахуй. От сферок чуть отвести надо. Набирай агро на келесете. Келесета не будем бить, сорвете агро там очень мало.
Отвезти? Не надо, пускай стоит. Войт справа падает, Войт, вы вдвоем подбиваете одну. Вихрь, да, есть баунтер, Мич? Все нормально, Толдорама видите. Набирай дроны клесеть, Стримич. Ой, что сверкнул. А ты чего, это последним гемом бьешь, что ли? Не экспован. Да, ну, первый гнев вниз на панели, все, он быстрее каст, быстрее подбивает. Не знаю, что ты воет последним хуяришь. Реально. Заебали. Я помню, как ты постоянно. Ой, пиздец, как ты нахуй играешь? Не, кнопку надо нажимать, чтобы базарить, сейчас упадет нахуй. По килитету, поехали, это вообще, это проблема на проблеме, блять. Блять, я не могу подбить. Дип. Он скажет, ебать, играть. Прощай, дермич. Я бы тебя спасли. Я не успею подбить это место. Минус чье? Батя, выжил. Это пиздец какой. О, вот это пуха, это пуха сильная, кстати. Чивава? Была когда. Оно сильнее, чивава? Чем клятва, кстати, будет. Да нахуй она мне не нужна, мусорка это, забирайте. Ой, забирайте. Забирать? Я отказался. Ебать, она красивая, кстати, она такая, красненькая шлица. Я сличаю взял. Но... Нет, там, Лида, я, конечно, все понимаю, но ты не наглей, пожалуйста. Я тебя погладила, она раньше это... какие-то имбовые статы давала, сейчас нет. Это уже набор. Че, она там погладила кого-то? Да, кота. То есть опять, да, мы пошли трэш, а она пошла курить. АФК шерца. Не, она пошла кофе делать. Каждый трэш АФК стоит. Do you want some coffee? Вон у меня кошка не кормлена, а я трэш ебашу. Ой, блядь. Я не знаю, что сделали с набором игра, блядь, у Африка. Урона прям заметно вообще в начале. У меня бурста никакого теперь в начале толком-то нет. Но при этом, сука, агро срывается, пиздец все равно. Че за хуйня, блядь? Да сиди трогай, на изи беспалевно пуливает просто, блядь. Один я не пуливает. Понимаю, нахуй. Я, ну, трэш типа вообще бить не опасно. Без... Нихуя, нет, это не безопасно. Представь, как у мага. Если мозги пропли, это пиздец. Блядь. Так, блядь, ну, у меня нету дэмэджа, я тебе реально говорю, прям вообще нету. Да я шучу, не надо тебе спать. Я сам не стою. То есть баунт нажми, блядь, диспел нахуй. А я так понял, похуй. Это сап, он не помогает. Помогает нахуй. Помогает из баунта сап, это оглушение, блядь. Это хуйня. Вот этот сап помогает, ну, конечно. Мне похуй. Я же ДКшник дискурги... танчу, я же за баунт нажимаю перед тем, как я танчу. Дермич, тебе надо похуй это? Ну, пульните всех. Древко вы. Я так понимаю. Угу. Дермич, блядь, забери. Я себе. Забери пацана, нахуй. Андрей, блядь, нажми таунт, он еще убьет. Я не хочу. Ну нажми таунт. Я вот нажал, и сюда убежит на дермича. Не хочу, блядь, почти умер, нахуй. 23 косаря въебал, не хочу. Ну не весело. Там грибните ту скотину дальнюю, пожалуйста, на меня косит по КД. Есть. Спасибо. Пусть бы, не, блядь, ну принёс пользу, нахуй. Я за ним бегу, круто получается. Такой паровозик забавный. Тут дым-сядым, да? Там-сям? Угу, да. Чисто это, знаешь, козу водим. А, козу, блядь. Да, чисто козу водим. Пройдём. Понял. Понимаешь, да? Я думаю, ты понимаешь. Как его там? Проблематик, по-моему? Да, варчик. А, как это не, это энхич, это энх, это R1 энх. Как козавод, блядь. R1 в деле, это видос. R1 энх в деле, пацаны, можете на ютубе набрать, посмотреть. Зачем мне R1 энха смотреть? Ну, он там раздает, нахуй, жестко.
А кто поиск, кстати, сверлил с профа? Я думаю... Я. Это... Ты, да. Рид — это самый первый вообще перс на сервере. А у тебя разве не 264-й был? У меня 260-й, как у тебя. А, понял. Чё, первый, на... что? Который убил манекен там на Толгороде. Я не добил. Я не добил его. Не, это, кстати, да, но Ритендекс знаменитость на Форбсе там. Он единственный там, кто убил манекен, блин. Я вообще-то не на Энхе был, на Лейме это было. Че, с популярным человеком тебе? Всю ночь бить манекена-то надо сильным быть человеком. Я тоже убил манекен только в Т5, два раза. За там за минуту. Всем похуй. Да. Т4 слабо. Слабый. Т4 больше. Еще и за Энха это вышло. Не, Энх классно. Опа, Паппер. Да. Забирает. Что, да, блять, нахуй. Гей заберёт, смотрите. Моё, сюда. А если ты заберёшь? Я буду геем. Ну, сожрёшь, да? Я не сролю, смотри. Настя, АФК, тыкни за неё. Вот тест на пидоров. Ты думаешь, он не АФК? Да, да. И оба АФК, но ясно, ясно. Мы там пресс-пись не стараемся для них, а они АФК лежат. Один кофе нашёл наливать через балкон, и всё, второй. Ой, дерьмич. Дерьмич, всё. Кого, блядь, взяли и убили меня, нахуй, опять. Бало в рот. Бля, реально, как правильно, дерьмич или дерьмич? На первый и. Нет, потому что дерьмич звучит как-то не так. Где через и написано дерьмич? Дайте укус, блядь, словите его. Андрей, блядь, заебал, нахуй. Собирай себе танка. Почему это вдруг? Я дерьмич называю, Настя. Хули, блядь, я нахуй штремом хожу, блядь. Потому что я больше тебя даю, ну так получилось. Блядь, это нахуй просто, ты, блядь, это такой класс играет. Она выёбывается штремом, он говорит, у меня штрем. Это... Заебал. Когда Энха перегонишь, тогда не будешь танковать. Хочешь подамажить тебе танка, ну? Делай танка. Мне нравится эта фраза, типа я вот могу просто пойти... А что, Энхи это люди какие-то или что, я не могу понять? Это не шаманы. Уважаемые шаманы. Это ж нечисть, блядь, не люди, нахуй. Нет, это не шаман. А там кто это? Сах, там, ясно, слышишь, да, да, пиши там эрпалчик, блядь, ебашит. Что ты считаешь по этому поводу? Там кулак. Вот, ребят, вот слева и справа, вот как она стоит, пожалуйста, не доставайте туда, дайте мы там с Акумой встанем, будем хилить спокойно. Акуми! Слева, справа, может, вы по центру встанете? Так где это? А можно захотать? Ну, грубо говоря, видишь, два уса. Дайте кулак, друзья. Плюс-минус. Место укуса, короче, печеньки, все что. Аккуратно, Акума. Аккуратно. Сейчас, дай короче, мне дай мне эти... Типа, Дермич, твой первый избаунт, на все ты на второй держишься круг. 33 ляма, по-любому будет. Вот это класс! Охуенный пол. Просто лучший, ребят. Мами, я все видел. Биг, мами. Я, блядь, заебал. Биг, мами. Бей. Маме. Мужчина. Откуда у тебя столько трита, я вах? Так я тебе, блядь, о чем говорю, нахуй. Урона нету, блядь, а трейд набирается, пиздец. Такое чувство, что эти говноеды, блядь, трейд добавили еще. Я также на маге раньше сидел, блядь. Я, думаешь, я просто так говорил, блядь, когда я на трэш, ну, блядь, вешаю две сопли, нахуй, ну, и думаю, на меня просто так выебываешься, да. Я это думал, пиздец. Что на маге... Ну, ты просто так выебываешься, да. Да, я чуть не умер, блядь. Лучше меня укуси. Ну пошел ты, блядь, нахуй ты нужен. Ну хули щит укуси. Потому что я даю, как ты, блядь, укуси. Да, я хули щит укушу, который еще похилит. Да ебанись на! Да пошел уже пока, да сосед, отойди то. Ты доживешь? Настя, там что-нибудь пожимай там красивую кнопочку, а что ты летаешь на по хп? Выёбывается, даёт вот как я нахуй. Блять, служит, выношу пока да нахуй и пак, блять. Ну чё, дай поуёбываться. Не могу сбежаться. Я столько хуй сосал, ты помнишь, нахуй? Бля, ты заебали, нахуй, пиздеть. Там дай попиздеть, нахуй.
У меня, блядь, нахуй тут ебало отлетает, а вы пиздец. Какая ебало, ты АФК стоишь там, блядь. Ну этот, холи еще кусишь. Тихо, 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 блядь. Холи еще кусишь соседа. Не, он друг ушел. Потом сосед укусишь Вайда, холи еще кусишь Ридига. Ой, ты кусишь Акову. Я чувал. Бля, не спит. Распаунд нажал, сушил. Плохо. Рэндж? Не спит, да? Минус Акума, походу. Да. Я бы... Прохил Войд, помогай хилить. Айсбаунд. Я вот стою здесь. Я манус... А, манус, манус, нет. Сосед, если что, печеньку. Я в глыбу нажал, пока что. Так. Камушки нам было дать еще все-таки, ну ладно. Белок слаг. Ты меня укусишь? Рибафните, друида. Да я укушу тебя, стой. А меня кто кусает? Прощайте. Тебя потом укусит. Короче, тебя не сейчас кусают, потом кусают. На следующий. Я там похилил ли? Да, так вот, Наська всё равно что-то едет. Ну, мне прожимать больше нечего. Сбежались. Ебать больно, нахуй, пиздец, блядь. Эти кожи. Соболезную, шала. Холи, щебнови на себе фейерварт потом перед взлёткой. Да, да, да. И диспель, вот, у Эдика ты должен был сразу диспелить перед сетным взлёткой, когда на нём лужа была. Это твой костяк, что он умер. Как и ты у нас один приз. Да тебе на перелететь не всего всегда диспелишь что таргеты, которые лужи выносят. Там лужа как раз и взлетка. Ну, запомни, типа, это навсегда. У меня больше нечего придумать. Ну, просто обычно это делает ДЦшник там какой-нибудь, но так как у нас ты единственный приз, поэтому делаешь ты. Ну, короче, обычно делает это хил. Макс, сделай, пожалуйста, один шаг назад. Я сам подойду, Войд. Кого кусить? Куси, блядь, любого кого-нибудь. Танка кусил. Ну, блядь. Матроондра, блядь, не спи. Нормально, ты там прокнул. Куси же надо. Извини. Дай сетру Насте. Ну да, у нас хил. Может, герой добьем? Да, да ебаная тварь, нахуй. Ты видел, как она в меня захуярила, нахуй? Ясно, блядь. Минус вагон. Вот, блядь. Я заебался уже, пятый пак. Да ебаный ты в рот, заебали эти лужи, нахуй. Ё, выносит, смотри, как он выносит в рейд, пиздец. Тихо. Сука, не добежал, блядь. Решил вайпнуть меня, да? Ай, блядь. Изи. Вы видели вообще, как я хилил, нахуй? Я просто спас этот рейд, блядь. Я бы взял эту голову. Шапка прикольная, как с Джайной, то шам хуже. Шапка? Беру, ебать. Я выкидываю нахуй ваониры свои сумки и пошел нахуй. Да, согласен. Ой. 190 тысяч. Даже я больше нахилил, блядь, чем твой ваонир, блядь. Что ты понял? У меня тотем, блядь, почти столько же нахилил, сколько твой ваонир, блядь, на абсорбе. Ой. 340 тысяч, смотри, блядь. Какой? Вон, смотри, блядь. Это какая-то другая хуйня. А кто первый забрал? Дай шапку, Войд, нахуя на тебе, нахуй. Тебе надо? Тебе надо? Ну да, я ж, ну, типа... Да, я ублюдок, ребята. А, еще я должен точно смразь, да, в духе? Ну давай сранить тогда на шапку меня. Я ублюдок, никому нихуя не дам. А кто сранит с пиздец? Я. Да сколько это у меня меткости будет? 10. Мне кажется, не 10 хватает, процент. Да? 10% плюс еще талант один вкинуть, это будет 1. А, подожди, стоп, не нихуя. Это 2, 3, 13, 45. Короче, мне 0,5 надо добавить, и нормально будет. 0,5% добавить, и нормально будет. Где меня хильнули? Я пуляю. Охуеть.
Десик мне настроение просто поднял. Так, мне так поднял ДСФГ. Да мне тоже. А сколько ДСФ, кстати, выпало? Третий, по-моему, да? Я видел два. Я один забрал, первый не знаю кому. Ридиган. Ну они даже они из десятки тоже раньше чаще падали на индивидуальный. Кстати, не жалко, пацан потеет тут даже больше. А я не потею? Чувак, как мы потеем, ты не потеешь. Это... Давай ему просто дадим похилить ребята в спятке, пускай поселится. Два хила Лану похилили, но они гении, кстати. Там, короче, пуху обычье сердце, надо кому-то, я бы на мишку взял. Сейчас я выкину нахуй, подождите, Ваунир, все, я готов дальше хилить. Я так понимаю, тот же самый Якума скажет, я бы на мишку взял обычье сердце. Ну, кстати, да, на медведе обычье сердце только. Чё, а кому-то еще кроме нас надо? Да я думаю, вряд ли. Ну, может, серый еще на медведь. Я бы встречал взял пушку, если упадет. Там она дает крит мастерство, по-моему. Да, чисто хардкап собрать там. Да, ну, да, на медведь. Но там по-любому найдется какой-нибудь товар, который типа фурик в будущем, блядь, и так далее. Там какой-нибудь ДК. Так у нас варов нет. Хуже. Так при чем здесь? Оно сейчас падает с вальки. Ну, с вальки не точно. Он про это имеет в виду. Бычье сердце счетчик. Я хочу... Боевая палец имени Си. Вот это вот хуйня. Ну, здесь лучше будет. Не, веники пушки не нужны. Там... О, Крид, это пиздец, силовая. Это хуйня. На медведь, Андрей. А вот это? Смотри. Не, он типа мастер помогает добрать его. А вот это? Это я заберу себе на карту. Ну мини-тилка, да. Мини-тилка это уже, блять, БДК, фурики, нахуй. Не, грань лучше. Чем? Почему лучше, блять? Почему лучше грань? Тут три соки. Скорость у нее 3.7, потому что. Да. А-а-а. Я хуй знаю. Это реально лучше? Да. А, ну я не шарю, значит. Кстати, я надеюсь, нет, Хариончик никому не нужен, там у всех противопушки за А есть. Халеончик получше, он дает крита больше. И три красных не знаю. А, я не буду ролить, Холич, забираю у тебя говно. Ну, забирай, конечно. Конечно, бери, Холич. Я на сову тоже ролю, ну правда. Бил, ты, например, знал, как работает эта скаляция на пушках, кстати? Я не слышу. Вы говорите, блядь, по два человека одновременно. Я не понимаю, ну, что ты говорил, Мир. Как скаляция на пушках работает, ты знаешь вообще? Ну, вот почему вот это... Почему вот грай, например, лучше, чем эта пушка? Я не знаю. Лучше, чем троллейбой. Из-за скорости атаки. А почему именно точно? Ну, да, это понятно, что из-за скорости, но почему из-за скорости? И потому что урона больше. Ну, блядь, условно, нахуй, допустим, ты даешь одну тычку, блядь, троллейбоем, нахуй, ну, к примеру. Грани ты даешь 1500. Сканируешь на длинный бой, условно, и у тебя выходит плюс, блядь, сколько там, 15 тычек, условно, за бой. Смотришь, сколько тебе прирост дают это, и смотришь, сколько это. Ага, блядь, грань дает, допустим, на 1050 больше. Складываешь цепочку, все. Ну, вот, кстати, вот Дермичу... Правильно написал, хороший дремич, молодец. Он чётенько написал. Ладно, есть, допустим, написал, ну, да. А неужели там... Сколько там, 1/10 разница? Во-первых, да, не полтора... Да, урон-то понятно, что умножается на скорость атаки. Но ты просто, блядь, типа не всегда так. Условно, допустим, Шэм, блядь, вот тебе сравнение. С тем же, допустим, Гань. Само оно больше, да? Есть там, допустим, блядь... Этот, как его, Солара, вот этот меч, как он там, ну красивенький такой, 277, по-моему, ой, не Солара, Скелли, там тоже, по-моему, скорость какая-то не очень. Типа, ну, за счет... лучше будет, но ретрика, чем на Шэму. Да, поэтому пушка 3.7 это топ, нахуй, а 3.7 пушек очень мало в игре. Войда спасут? Копьё, алло, ебать. Не вижу, нахуй. Мне, кстати, понравился вот этот кинжал, блять. Он прям вообще чёткий падает с этого... Свеча? С тюрьмы. С тюрьмы, который вот этот выпал. Тинер, па. Какой? Он прям... Он с тюрьмы? Вы просто вдумайтесь, он 1.4. Он просто 1.4, блять. И при этом ещё 2.71. Это блядь, прям жёстко для меня. Блядь, на мне копьё. Спасибо. Он, например, на лока выбил.
Настя, не знаю, я...